Привет, это видеоверсия сайта Trantas News, и сейчас расскажу вам о выгодных условиях на покупку Chevrolet Niva. В марте этого года GM АвтоВАЗ предлагает своим клиентам дополнительную выгоду в размере 20 тысяч рублей при покупке внедорожника Chevrolet Niva. Если совместить скидку с льготными кредитными программами «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль», то покупатель может получить суммарную выгоду до 112 тысяч рублей. Кроме того, на все комплектации внедорожника 2019 года выпуска продолжает действовать скидка в 50 тысяч. С учетом скидки по программам «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» цена на внедорожник Niva 2019 года выпуска в базовой комплектации SL составит 558 тысяч рублей. Вместе с этим клиенты могут воспользоваться кредитными предложениями Niva за 2,5 тысячи рублей в месяц и Niva за 82 рубля в день, реализуемыми совместно с банком-партнером ПАО «Совкомбанк». Эти программы позволяют клиентам выбирать приемлемые для них условия, размер первоначального взноса и кредитную ставку. Chevrolet Niva приводится в движение атмосферным мотором на 1,7 литра мощностью 80 лошадиных сил в сочетании с пятиступенчатой механикой и постоянным полным приводом. У меня пока все, еще больше новостей вы всегда можете найти на нашем сайте tarantas.news. Пока!